первых рядах на богослужении и охране порядка, конечно, казаки. Ведь Ануфрий Великий считается покровителем Анапского района. И история храма и праздника тесно связаны с казачеством. 12 июня 1828 года было событие, освободили Анапу от турецкого ига. Как раз совпал в этот праздник. Во время штурма Анапы участвовало черноморское казачье войско. Казаки, помня этот исторический факт, считают своим праздником День Великого Ануфрия, ну и день последнего взятия Анапы. Поэтому мы считаем своим долгом и честью присутствовать на богослужении. Храм святого Ануфрия Великого возводился рядом с местом сражений за город крепостными воротами. По указу Николая I и, как было принято на Руси во все времена, на народные средства. Поэтому строился долго, с 1829 по 1837 год. Сегодня этот храм украшает курортную часть города и располагается вблизи таких здравниц, как старинная Анапа, Делуч, Кубань, Анапа-Океан. Так что для отдыхающих, которые приезжают за телесным и духовным здоровьем в Анапу, такое соседство весьма кстати. На праздничном богослужении после святого причастия верующие во главе с духовенством под звон колоколов совершили крестный ход вокруг храма. Епископ Феогност во время крестного хода окроплял прихожан святой водой.